катался и никто. Numéro 27, Gabriele Seyfert, Allemagne. Из Германской Демократической Республики Габриэль Зайферт. Еще один претендент на первое место. Великолепная немка Габи Зайферт. Начнем с того, что она дочь самой известной немецкой наставницы Юты Мюллер. И, конечно же, одной из первых спортивных звезд в ГДР она была, получивших мировую известность. Она была первой девушкой, чисто исполнившей тройной Ридбергер на соревнованиях. Всю жизнь она соревновалась с Пегги Флеминг. Но
победить ее так ни разу и не смогла. Несмотря на то, что на этих Олимпийских играх она каталась все-таки лучше в произвольной программе. Но она является двукратной чемпионкой мира. Впоследствии она и стала в 69-м, 70-м годах. Три раза выигрывала чемпионат Европы, 10 раз чемпионат ГДР. К сожалению, профессиональной карьеры у этой фигуристки не получилось, потому что власти ГДР не отпустили ее работать в шоу Holiday on Ice. Такая вот ирония. Более того, и тренером Габи Зайферт впоследствии проработал совсем недолго, потому что из-за несправедливости в распределении учеников она решила, что она не будет заниматься больше фигурным катанием в этой стране, а займется чем-нибудь еще. И добилась успехов на совершенно другом поприще. И вот они, оценки за артистичность 5-8 и даже 5-7. И она становится лишь второй, пропуская вперед, Пегги Флеминг. Но Ханну Машкову, конечно же, отставив на третьем месте. Австрийская спортсменка Беатрис Шуба выступает